Thank you. Thank you for the invitation to this panel. In Croatia at the moment, we have a big problem that we do not have a formal media education policy in our country, because media literacy is taught through our mother tongue languages, but unfortunately teachers say that they do not pay enough attention to media literacy because they do not think it is important, especially if you compare it to mother tongue language. On the other hand, like all countries in the region, we even do not have an elective course dedicated to media literacy in elementary and secondary schools. When we talk about this with our ministry, they say that how can we have elective course or even obligatory course dedicated to media literacy when we do not have experts that will teach that kind of courses. So at the moment in Croatia, and I think that the same situation is in all other countries in the region, the main stakeholder in media education are civic society organizations. But at this point I can ask you, can civil society organizations really replace formal media education in schools, and even more, should they? That's all for now. Добрий день, дякую за запрошення, это Беларусь. Я буду говорить по-русски, наверное, потому что у нас здесь есть люди, которым, наверное, будет это легче. Я хочу сказать, что Юля Слуцкая обозначила проблемы, которые у нас есть, и специфику Беларуси. Я только скажу, что проблема у нас выйти на широкие круги общества, да, с медиаграмотностью. И так как у нас... в Беларуси у нас есть две целевые аудитории, две целевые группы. Это тоже специфика, знаете, нашей страны, да? Если мало ресурсов, то надо учить не людей, а тех, кто их научит. И такие две группы – это журналисты, с которыми работает Белорусская ассоциация журналистов, и в частности пресс-клуб. И вторая группа целевая – это учителя. Учителей у нас около 100 тысяч человек. И вообще в системе образования работает это, более 400 тысяч людей. Это огромные люди, которые умеют и учить других, и имеют доступ. Поэтому моя организация, Товарищество Белорусской школы, Товарищество Белорусской школы по-русски, оно работает с учителями. Значит, у нас тоже, как и в Хорватии, нет государственной программы медиаобразования. Но... Так как мы 6 лет уже работаем с образователями и наработали, как бы накачали мышцы, то у нас в новых стандартах, которые вышли вот в начале этого года, уже есть среди метапредметных компетенций требования формировать медиа-информационную грамотность. Это наша большая заслуга. Еще у нас, кроме стандартов, есть тоже такая заслуга, что мы пробуем построить сотрудничество между государственными и негосударственными структурами, то есть формальным и неформальным образованием, и это получается в первую очередь в сфере дополнительного образования взрослых. Основная проблема у нас, что нету критериев оценки, но у нас здесь есть свои ноу-хау, про которые я скажу в следующем круге. Добрый день. Я сегодня, хоть и из Казахстана, должна буду рассказать о том, что происходит в Центральной Азии с медиаграмотностью. Я работаю в проекте Internews, международной организации, которая помогает развиваться медиа в Центральной Азии. И наш проект, он как раз центральноазиатский. Мы пытались затронуть все 5 республик, которые входят в наш регион. И я могу рассказать такую небольшую сводку там, с новостей медиаграмотного фронта, что у нас происходит. На мой взгляд, если говорить про проекты, которые у нас есть, наверное, самое сейчас активно развивающееся, активно много проектов, где проходит, это Кыргызстан и Казахстан в регионе. Очень мало чего-то происходит по медиаграмотности в Туркменистане, но там, понятно, там ситуация со страной, с политическим устройством и так далее, и так далее. Но нужно сказать, что запрос на то,
что медиаграмотность становится, как бы скажем так, запрос на медиаграмотность присутствует даже в этой стране. Есть люди, которые понимают, что это важно, они тоже сталкиваются со всеми вещами, которые происходят в медийной сфере во всем мире. Это и фейк ньюс, это и манипуляция фактами и так далее, и так далее. В Узбекистане за прошлый год появилось несколько новых медийных организаций, которые также прошли обучение по курсам медиаграмотности, теперь в своей стране проводят целый цикл тренингов и семинаров по этой теме. Они пока более классического характера, если смотреть на те наработки, которые есть в Казахстане, в Кыргызстане, но это тоже очень большой шаг для этой страны. Что происходит в Таджикистане, в Казахстане, в Кыргызстане? Самая интересная вещь, что очень много активности было в Таджикистане, и если говорить про продвинутость, про диджитальность, да, подхода к медиаграмотности, то, наверное, это у нас сейчас даже больше Таджикистан, потому что в этой стране прошло несколько хакатонов, в этой стране прошло несколько грантовых проектов и так далее, и люди смогли подавать заявки и сделать несколько там мобильных приложений, которые посвящены медиаграмотности, смогли сделать там интерактивную азбуку медиаграмотности, грамотности и так далее. Если мы говорим про Казахстан и Кыргызстан, то здесь очень сильно используют геймификацию и в обучении, и в образовании, и в разного рода производстве контента. Точно так же мы работаем с, понятно, что у нас у всех ресурсы не такие огромные и большие, мы работаем также с двумя категориями, это журналисты и преподаватели, и учителя, мотивируя тем же обоснованием, что эти люди, которые могут выйти на более широкую аудиторию. Есть та же проблема того, что этого нет на общем каком-то большом государственном уровне, но на самом деле, мне кажется, это вопрос для дискуссии, может быть, мы где-то потом можем это обсудить, а нужно ли, чтобы государство сделало какую-то большую, единую национальную программу по медиаграмотности, потому что точно так же, наверное, как и везде, у нас все эти инициативы исходят снизу, это разного рода неправительственные организации, либо общественные объединения, либо просто гражданские активисты, которые хотят эти вещи делать. Но самое интересное, что этот запрос появляется уже не только в медийных организациях, не только, ну, скажем так, от преподавателей это исходит. Например, недавно к нам поступил запрос на проведение тренингов по медиаграмотности. Это небольшое общественное объединение взрослых и детей, которые живут с ВИЧ. И то есть они, понимая, что происходит, как потребляют дети в соцсетях любого рода информацию, они делают запрос на то, чтобы провести у них такой, например, медиатренинг. So I would just like to actually reflect on something that was already said, and that is, Lana, you mentioned that there is not enough formal education in terms of media literacy. There are no subjects in schools and so on. I believe that the situation is similar in all of our countries. But I would dare to say that I would dare to say that maybe politicians don't want intentionally to have this subject of media literacy in schools, because what does it actually mean to teach media literacy? It would mean, in essence, to teach critical thinking. And critical thinking is something that I believe that our countries, or maybe post-communist countries, we who are coming from that kind of past, critical thinking was not something that was endorsed. It's something that we are now seeing as coming from the West, coming from different Western-funded projects. And if we take a look at you already mentioned that all of the initiatives that are related to media literacy are actually coming from the NGO sector. If they wasn't for this NGO or civil society, I believe that I'm not seeing anyone in my country pushing for the issue of media literacy for this topic. Actually, in some in few universities that are teaching media and communication, only this year there are some subjects that have something to do with media literacy, but that is started by professors, by young professors who are actually pushed from the NGOs, from the civil society sphere to work on this. So they were these young professors were included in different media literacy projects, and then they realized, oh, this is something that we should teach in universities. We should work on this with students of journalism.
you know, this is not something that only journalists should be taught about, but even I believe that even journalists are not aware what media literacy means. Unfortunately, I have heard my colleagues, journalists who are considering media literacy to be a journalist who knows grammar or doesn't know grammar. That was kind of disappointing for me, but that tells, on the other hand, that tells something about the whole idea of media literacy. If journalists are not aware what media literacy is, how do we expect general audience or common people to know about it, not to speak about children and so on? So I will stop here for now, and maybe we can go into this topic. I am coming from Bosnia and Herzegovina, and my organization is mostly working with journalists, but we are also working with wider audiences on different topics, including the media literacy. So I'm mostly focused on the work with journalists, but so we can speak about that a bit later. So. Hello to everyone. I'm from Ukraine, and listening to previous speakers, I understand that we have really many things in common and issues in common. I will try to give a really short overview what is going on in media literacy in Ukraine. I can say that the wave of media literacy initiatives started in Ukraine in 2013. And unfortunately, really tragic events boosted these initiatives. Revolution of Dignity, annexation of Crimea by Russian Federation, war on the eastern Ukraine. All these events, they made more visible the effects of propaganda and of unprofessional journalism. And during the last 6 years, different stakeholders, they are trying to find the efficient solutions, actually, how to enhance the critical thinking. I can say that the majority of initiatives, as in your countries, they are implemented by civil society organizations. And maybe just some of them are supported or implemented by government institutions. I will divide initiatives in Ukraine into, I think, two parts. One of them, it's media literacy in formal education. And another one, it's media literacy for adult audience. According to formal education, I think here the situation is better. I represent IREX here, and our project Learn to Discern, it's aimed to integrate media literacy into the secondary schools and to make it in sustainable way. So we prepare teachers and we integrate some exercises, skills into curriculum, but we don't change the curriculum. I think this is one of the key to success. What is important to mention that these initiatives, it is actually in partnership with the Ministry of Education. So Ministry has a positive attitude to that. According to media literacy for adult audience, this is another, it's really a problem, I think. And here we have some online courses for adults on different open platforms. And they are really great. We have some niche websites which cover the processes in media and cover the manipulations, debunk manipulations. But I think that one of the problems that these initiatives are for those adults who are actually already interested in this. But we still the problem of reaching the uninteresting and unmotivated adults. Another problem which I see in Ukraine, and I think maybe in your regions too, it's that we have the lack of coordination of efforts in this area between donors, between civil society organizations. I see lack of coordination as the problem, lack of interest in the governments, a lack of understanding what media literacy is. So my question, let's play the game. So pitch me media literacy project. Let's imagine I'm the minister of education or I'm dictator or whatever from your country. And you have to explain me and give me like three arguments why
I should invest this time in media literacy instead of investing money in winning next elections. So, anyone? I will give you just one argument, the first one. Maybe my colleagues will think about others. Media literacy projects, they help audience to make more informed decisions. Then this can lead to more democracy. But I will lose elections then, right? If you are a dictator, probably yes. So what is the solution for dictatorial authoritarian countries? We have here Kazakhstan, which is not very democratic, right? And Belarus, which is also not super cool. So perhaps, yeah, and we also, yes. I mean, if you're a dictator... And we also have Bosnia, which is super complicated. Actually, I wouldn't know how to speak to a dictator, really, to be honest. I'm trying to imagine you as a dictator, but it's really hard now. But it's easy in Belarus, it's easy. Okay, I have to adjust. I've been here for one day. Anyway, I think that maybe, as you said, it teaches the public, it helps public make informed decisions. And maybe you wouldn't lose elections. Maybe people would still choose you because they like you, not because they have to vote for you, you know. So they will like the program I offer as political organization or party I represent. Well, right? maybe you also have a good program, you know, as a dictator. You are now dictator because you don't know how to rule the other way, but maybe you would come up with a good program and people would still vote for you because they are well informed and they thought about it and they still voted for you. Thank you. And let's listen. Okay. I just want to, why are you a dictator? Let's imagine that you are not a dictator. It would be easier for us. Okay, so we know already that working with democratically elected government, it's easier than to work with, it's not the easier. I mean, it's also not easy if you have a democratically elected government and you have a democratically elected parliament and, I don't know, ministers and everything. It's not easy because we have democracies, more or less, but it's still hard to persuade them that media literacy is something that money should be invested in terms of education. And not just the formal education, but also informal education. So I wouldn't say it's easy. I mean, we are talking here about problems and problems such as a very basic problem, I would say, that we don't teach media literacy in schools. That's, I would say, it's a basic problem. And we are still working hard in all of our countries to persuade these democratically elected governments that this is important. So I wouldn't say it's easy. Thank you. I'd like to ask... Central Asian experience, because you have so many tough guys there, how you motivate them to work on this subject? In Kazakhstan, in Tajikistan, I can't imagine, you know, how you do that. Ну, я сначала ремаркой отвечу, что я Гулим, я из Казахстана, из авторитарной страны, поэтому чувствую себя в Белоруссии как дома. Что касается, как убедить диктатора, не знаю, но, возможно, есть один такой серьезный способ, это всегда, который работает, бить по деньгам или по деньгам. В Казахстане несколько раз уже случались такие истории, когда фейковые новости, разосланные спамом по WhatsApp, чуть ли не привели к краху двух серьезных больших банков буквально за пару дней. Я думаю, что если диктатору объяснить, что если ты не будешь обучать людей хоть как-то, да, не будешь в это вкладываться, то эти же люди, которые медийно безграмотные, могут просто за один день положить всю экономику. И тогда в том числе ты станешь беднее там, на очень много-много миллиардов денег. Но это, конечно, я шучу. Что касается по тому, как государство реагирует, не реагирует. Понятно, что если мы говорим про демократически развитые страны, им тупо жалко денег на это тратить, они не считают, возможно, это какой-то важной, серьезной миссией, то у нас помимо этого, что они действительно это не считают, понятно, что никому не очень интересно в авторитарных странах, чтобы люди были с каким развитым критическим мышлением, чтобы они подходили ко всем вещам осознанно. Да? Ну, все это понятно, это известные вещи. Но, с другой стороны, в отдельных местах, в отдельных каких-то
отраслях, каких-то отдельных министерствах иногда прорывают проблески, которые нас очень сильно удивляют. Например, это такое тоже большое удивление было, когда поступил запрос на проведение тренингов по факт-чекингу от одного из отделений Министерства внутренних дел. То есть полицейские сами понимают, что они понимают, что вот это все, им нужно с этим работать, им нужно как-то выискивать этих преступников, но они просто не владеют практическими инструментами, как это делать. И они просили их научить, как вот попытаться через, если вот человек есть в соцсетях, как там, понятно, что они могут эти знания использовать и по-другому, да, искать не преступников, а, ну, к примеру, меня, вот, да. Но, опять же, мы же все понимаем, что это инструмент, инструмент не виноват, виноваты люди, которые инструментом пользуются. Наша задача, да, даже те люди, которые к нам приходят, адекватные, полноценные, молодые, красивые, замечательно наши тренинги, не факт, что через 10 лет эти же люди не будут использовать эти знания, а история как бы показывает, что такие вещи происходили. Посмотрите на Дмитрия Киселева, который когда-то был одним из хороших тренеров нашей прекрасной организации Internews, когда-то очень много лезли, Internews Россия, и проводил очень прекрасные тренинги, на которых рассказывал о том, какой должна быть классическая идеальная журналистика со свободой слова. Есть еще один интересный момент. В Карагандинской области Казахстана, это центральный Казахстан, не так давно там был очень хороший, интересный, молодой, что надо отметить, заместитель главы области, который теперь уже министр образования. Самое интересное, что он сделал. Он в какой-то момент открыл телеграм-канал, который так и назывался там, ну, по региону как-то он там назывался. Телеграм-канал, который бы должен был, по его мнению, развенчивать разные фейки, которые ходят про те или иные инициативы городской или областной власти. Ну вот много разных придумок, всякие слухи, которые как бы рождают там среди общества какое-то негативное мнение. Самое интересное, что когда я была в этом городе, я увидела там по городу развешаны очень большие такие экраны. Ролики были на больших экранах, по улице ты идешь, вместо рекламы там шуб, у нас почему-то в Караганде любят рекламировать шубы, вот, вместо рекламы шуб там бегали ролики. Что такое фейк-ньюс? Как определить фейк-ньюс? Что делать, если ты в соцсетях с этим что-то увидел? Для меня это было такое удивление, что я помню, я стояла, я просмотрела все ролики, которые там были, я это все сфотографировала. Для меня достаточно удивительный этот факт. Я понимаю, что это единичные случаи, это не говорит о том, что все государство и все правительство готово к этим вещам, но меня радует тот факт, что в этом правительстве, в этом государстве периодически сейчас уже появляются вот такие инициативы, и они исходят уже не от нас, как гражданского сектора, да, вот каких-то таких представителей. Вот. Спасибо. Я буду очень коротко. Если я просто только что недавно вернулась из Таджикистана, где проводила тренинг для молодых журналистов по медиаграмотности и для молодых учителей. И мы очень тесно сотрудничаем с Украиной. И я чувствую, насколько мы, насколько удобно быть посередине, да. То есть не все так плохо у нас, когда приезжаешь с Таджикистана и думаешь. И я действительно тоже там где-то себя чувствовала как дома и в этой диктаторской стране. И я вам скажу, что если, Франок, ты диктатор, то я думаю, что лучше не надо тратить на время на образование диктатора. Ну, разве что только научить его пользоваться максимальным... технически научить пользоваться соцсетями, допустим, чтоб он завел себе Twitter или что-то, и мы бы знали, что эту личность, как бы, что это за личность, да? Надо работать, не тратить силы на диктатор, надо работать с обществом. И то, что в Таджикистане хорошие условия, просто там намного лучше законодательство, чем в Беларуси, там есть возможность это делать. В Украине есть очень большие возможности, как бы, ну, вообще широкая дорога для медиаобразования с государством, все. Но тоже есть преимущество Беларуси, да, в тем, что, ну, знаете, почему в Беларуси хорошие программисты? Потому что у нас не было хороших компьютеров, и те компьютеры, на которых они работали, у них было очень мало памяти, и они находили такие методы, которые, ну, другие просто не думали про эти методы. И эти методы, которые с маленькой памятью, с маленькими ресурсами,
ресурсами работают. И вот надо использовать наши плюсы. В Беларуси есть эти методы, которые работают за маленькие деньги, за маленькие ресурсы и вообще без ресурсов. А на тебя мы не будем обращать внимания, мы будем работать с обществом. Спасибо. A dictator or not, I think that for politicians... Just ministry. I know you forgot what is dictatorship. Just like the minister or the government representative, how to convince authorities to collaborate. We tried to do that. 5 years ago, we had a specialized thematic session in our Croatian parliament from 150 parliamentarians. Do you know how many came to that session? Five. Ten. 10 of them. Not bad. And nothing changed. You know, here, no one from the government came to this event. Yeah. You know? Yeah. So I think that we should maybe avoid the parliamentarians and use our media, because I think that media can have the biggest role in media education of all public. Because, for instance, if we see the research from the United States, fake news are mostly spread by others, not by youth. So I think that media can educate people from different ages. For instance, in Croatia, we do have public service media, but they do not have any single show dedicated to media literacy, even it is there obligatory by the law. So we need to change that, definitely. Thank you. We have two persons joined us. Actually, we have Radu, representative of the legislation branch of Moldova. He's a member of parliament. So, Radu, explain, what are you doing there? How do you see media literacy from your perspective? Yeah. Thank you so much for this. So, yeah, my name is Radu Mariana. I'm a member of the parliament from Moldova. Some people said here that politicians have the interest to not really promote media literacy. It depends who you ask, depends which kind of politician do you ask. I mean, if you ask me, of course, I would completely agree with it. But it is true that politicians have an outsized role in making sure people have right access to information. Like, I can give you just a brief example from Moldova. We recently had an oligarchic regime, and the guy who ruled the government party, he controlled 70% of the media in the country. And that's a huge problem. And then we took over the power, and then it's our task to change the legislation, to change the people in charge of the institution who are monitoring the media, to make sure this is not happening. But yeah, again, politics has a really outside role, and the way you can influence them, it depends on the country. I mean, I guess in Belarus it's a bit harder to pressure and influence politicians than in Moldova. But I think two ways of doing it. One is, of course, to have a dialogue, if the politician is, you know, is reasonable, and the second is to public shame them, to show them in their face what is the problem, and they might, you know, they might react. So that's what I can say on. Oh, that's good. And well, we have nice pictures on the background. So Sandra, you managed to live in different countries. So now you live in Poland, but used to live in Baltic states. So any difference in this part, like of the post-socialist, post-Soviet countries? Hello everyone, I am Sandra Užlefons. As I say, I'm born in Latvia and placed in Poland, as Franek said. So I received a task to combine Poland and the Baltic states, and of course it's very simpler because everything started just after Ukraine and the annexation of Crimea, and Poland was the first country to which addressed to NATO to ask what about the safety and to how about the fifth paragraph of NATO agreement, and everybody started to seek where is or search where is the next place, who will be next, and they find it was Latgalia, Daugavpils, the most Russian speaking city in Latvia, 80% of Russian speakers, and Narva in Estonia, next to the Russian border, where is 98% of Russian speaking person are living there. So what are common with Poland and Baltic states?
You talked about authoritarian regime, dictatorship, and so on. But we have a very dangerous practice in Poland, for example, and in Latvia as well, when we see how public media transformed to the government media. And then we have completely different perception. Of course, we have, how to say, the the rule of state, the rule of, I miss the word, sorry. We have state interest, interest of state. We should think about interest of state, but nevertheless, we can never touch journalists. We have never touched third power as a power of freedom, of freedom of speech and et cetera. So we have both political and actually and national common issues in media literacy and in a functioning of media outlets, of media organization, because in Baltic countries we divided between national, Russian, Latvian, Estonian, so non-Russian and Russian, let's say, Latvian, Estonian and Lithuanian and Russian. We have Sputnik as well as you know. And the first task was how to achieve that people start to watch national TV, national TV. So the first idea was to create the common Russian-speaking European TV channel with Poland, with all former Soviet Union countries. So this project filled up. Only Estonia, from public money, from public television, decided to create a new channel in Russian, and it's a good it was success because they were concentrated on a local content, because it's very difficult to create European channel for everybody, for Azerbaijan, for Armenia, for Moldova, for Kazakhstan, because we have no common topics, we even have no common political situation, we have even have no common relations between Russia and or Russia and the USA with our countries. So what we do, first it's we enlarge the programs in Russian, not so many, but in the same time, my colleague from Kazakhstan said that all these tools are known, not only we know these tools, but our side also knows these tools, and we are not faster, unfortunately, than opposite side than propaganda, the side who propagandists, let's say, yes. We have no such budget like Russia today, and we have no budget for entertainment, and we never, even Latvians who are most nationalist, let's say, they hate Russians sometimes, some part of them because of historical background, but they never, they do like to see a show with Alla Pugacheva and so on, because it's entertainment, because that's a product that people in our region unfortunately like. Small break here. I want to go back to this topic, but before that, you see this beautiful white chair? That's a great plastic metal chair. That's for you. Anyone who wants to say and join the conversation, please, without asking, come to the stage and speak. Going back to the point you mentioned, what can be done without money? So yes, we know that Russia today has huge budget, all these smaller outlets, organizations, they create TV shows, entertainment industry. In all these four countries, we don't have much money. Ukraine, Baltic states, Moldova, Belarus. What can be done efficiently without any funds, compared to state-backed media like Russia today? From my point of view, first of all, to teach people critical thinking, really, because it's very important if a person, because it's unbelievable, but we have in the Baltic states people who really believe in Putin, Russian policy. They even didn't know what is the name of their prime minister, but they know everything about Medvedev and Shoigu and et cetera, et cetera. It's dangerous. And can you imagine that Latvia state in the European Union and the public television signal in this region, sorry, I'll
formulate in our way. A region, Latgalia, the most Russian-speaking and the most dangerous in case of imperial policy of Russia, they have no signal of public television. They should watch television from Belarus, that is why they're thinking that Lukashenko is a very good leader, because he's caring about all farmers and so on and so on. They have no any choice, so they watch Russian television, because they have no signal from public television. There's no antenna or something like this. And another thing is, of course, critical thinking. America created two information centers in Daugavpils and in Narva, and the young people create very interesting projects with less budget, not lost cost. But the problem is that in these projects are the same crew, the same team. It means that these five person, we have a lack of human resources, let's say. Okay, what about others? Yes, may I just add, I just want to add to the question about government, because I think that it's not right thing when we put media literacy in opposition to government institutions. It's kind of a manipulation, actually, and it's framing, because I think that we have to appeal to representatives of government, like to a normal citizens, and maybe to hold a training for them on media literacy, and then it would be easier to push some media literacy projects. This is one thing, because media literacy is not something separate, it's just an essential skill for every person. It's not something niche. According to the other question, what can we do without funds? I think this is the main questions on this stage. I think nothing can be done without funds, because education, it is expensive. Quality of education, it's very expensive. So maybe the solution would be, as we previously mentioned, to integrate media literacy into different areas. Not only into education, into business, for example, into startups, but for that, we need to create kind of a network of media literacy fans from different areas. I think that integration is the key, because I don't believe in education without funds. Thank you, Marina. Тамара wanted to say. Я хочу сказать одно слово и уступить место, так что готовьтесь в аквариум. Знаете, есть два подхода, да? Первый украинский, который они все-таки ограничили вот эти вот токсичные российские медиа для своего рынка, да? А второй эстонский, который премьер-министр сказала, что, или президент, точно не помню, она сказала, знаете, мы не будем тратить на это время, потому что у нас медиаграмотное население. Так вот, я посмотрела, сколько подписчиков на спутник эстонский. Знаете, сколько в социальных сетях, в Одноклассниках эстонский? 6 человек. И я думаю, что у нас, во-первых, в Беларуси нереально запретить эти средства, потому что государство все-таки у нас, власть подчиняется больше России, чем собственному народу, да, и мы живем в русском поле, да, в русскоязычном и в российском информационном поле. А во-вторых, что вот, мне кажется, что вот это вот, любые средства, вложенные в образование, дадут больше эффект, чем любые запретительные меры. Спасибо, дякую. Лукаш Кроль is the representative of the education sphere. Лукаш is working in Poland. He used to work for College of Europe. I still do. You still work? Yes. For one of the most innovative institutions which prepares the future European bureaucrats, right? Let's put it that way, yeah. Okay, so do you have like any media literacy elements in your education? Not enough, I think. And I think that one of the really, really big things about media literacy that we need to start taking a look at is sort of the role that empathy should play in media literacy, and also actually the role that human rationality should play within media literacy. Because I think that behind almost all sorts of discourse about disinformation and teaching and training, there's always sort of this subtext that say,
you have been fooled by something. You as a human being are not fully rational. You as a human being are wrong. And this is something really, really unpleasant for people to hear, which of course leads to a huge backlash effect. Like we saw this, for example, with the Facebook thing, that when Facebook started introducing fact-checking, sometimes clicks to stories which were done as false actually rose up. And I think that one of the things that's absolutely crucial is for us to have a huge amount of empathy towards people who fall for disinformation, because I think that we all do. And I think that the second thing that would be really useful would be to actually start being super honest about how people who have been working in the sector are very, very susceptible to this as well, to sort of not make it an elitist narrative like you have made a mistake and we're telling you how you make a mistake, but rather those are tricks. Those tricks work on all of us. We've all fallen for the magic tricks. This is what we need to do to fight it together. So I think that one thing that would work really, really well would actually be to sort of do, like, I don't know, even a public archive by a big disinformation team of all of the stories that we've fallen for. Just like, for example, a lot of digital security trainers will do a list of hacks and scams I have fallen for, just to show people that this isn't like a elite teaching you, you know, something divinely ordained, but rather that this is something that all of us humans fall for. And I think that this sort of empathy gap is crucial to resolve right now. Thank you. Yulia Slutskaya joined our conversation. Спасибо, но ты, Франек, меня заставил встать своим вопросом, что делать. Потому что мне кажется очень важно в этой международной аудитории рассказать об одной инициативе, которая как раз требует международной солидарности. Я уже упоминала здесь, что Беларусь не существует для международных интернет-гигантов как страны. То есть мы, живущие вот в российском информационном поле, находимся перед, ну, совершенно, то есть мы не локализуемся как страна. Наши производители контента не имеют вот этого географической локализации и преимущества, даже здесь, внутри страны. И хочу вам рассказать, и, может быть, найти союзников в этой аудитории. Наше медиасообщество, главные редакторы и издатели крупнейших медиа Беларуси собрались и сейчас работают над декларацией, с которой мы хотим обратиться к крупнейшим международным корпорациям. Гуглу, Фейсбуку, Яндексу и так далее. Мы хотим пытаться лоббировать, чтобы белорусский контент на первых порах, первым шагом был географически локализован. Таким образом, мы лучше сможем дойти до нашей аудитории. И если здесь, в этом зале, есть люди, у которых есть какие-то идеи, как нам можно в этом помочь, мы будем очень благодарны. Just to give some overview. The problem is that tech companies, they work with big markets because they're profit-oriented. And there is not much interest to go to Moldova or to Belarus, where small number of users, and to develop projects or create the team of moderators, administrators for this specific language. And as the result, we don't have Google News for Belarus, there is no AdWords, YouTube AdWords support for Belarusian language, and the language and the culture suffer. So for-profit companies, they work for larger markets. And same happened in media literacy stuff. We are so focused on larger languages. As the result, the smaller markets, the smaller societies and languages suffer much. And I think Radu from Moldova has something to say. Yeah, I just wanted to quickly add on your question, how can we fight the big money of the Russian propaganda or any kind of big propaganda? I'll just give you two examples from Moldova. One thing is to have, you know, so there was this startup called Trolles, and they would flag with a red explanation mark all the troll accounts in Facebook, right? And so what this ended up to is that Facebook removed, right before the elections, hundreds of accounts that were connected with the oligarchs. So, and this, that was a small startup. It was like three people who developed this app. They implemented it, and everyone in our online community knew who are the trolls. So this is something simple that can be done everywhere in the world. That's one thing that I could say it works. And the second, of course, is civil society organizations to publish blacklists of organizations that
promote some narrow interests. So this is also working in Moldova. And the third solution might be for organizations and also political parties to just go across the country and tell people the, you know, what, how the things stand. So like, I'll just give you an example. We, in the elections, in the last elections in February, even though our party had a budget that was 30 times smaller than the incumbent party, we got more votes. Why? Because we used more door-to-door campaigning, we went to people to talk to them. So yeah, this is three examples that I could just talk about and how can we fight the big money. Yeah. Thank you, Boris, who joined us. What's your... A reminder, we have two chairs now available. That's a critical... Yes, Lukasz came back. Thank you, Lukasz, for saving the situation. Please also join Boris from Ukraine. Спасибо, дорогие коллеги. Сейчас я нахожусь в зале, где столько людей, которые борются с мифами, борются с дезинформацией. Я скажу, что два года назад я был в точно таком же зале в Киеве, где собрались люди, и конференция называлась это «Мифодизайн и его технологии», где собрались люди, которые создают эту, ну, прямо скажем, дезинформацию, мифы и создают на высокой технологической основе. Я это говорю к тому, что нам следует всегда учесть действия противоположной стороны. Вот сейчас, пока мы тут обсуждаем, как с этим бороться, где-то рядом в таком же зале сидят такое же количество умных, продвинутых людей и обсуждают то, как это создавать. И в подтверждение этого я еще добавлю несколько аргументов. Вот, года два назад в сети Facebook была обширная кампания «Пропаганда Games». Она шла с территории России, но она распространялась по всем абсолютно странам с учетом специфики каждой страны, и где обсуждались именно технологии вот, создания поддельных новостей, создания пропаганды. И более того, вот, моя организация внимательно изучает вот, тренды, и тут надо как следить за деньгами. И в последнее время вот, крупные фонды, фонд Столыпина, фонд Горчакова, такие, которые именно финансируют пропаганду, они выдвигают новый тренд. Используй грант как трофей. То есть среди людей, которые получают зарубежное финансирование, оказывается небольшой процент тех, кто это финансирование потом использует для мифодизайна, для создания таких новостей. Поэтому нам всем надо быть очень как осторожными и внимательными. Спасибо. Спасибо, дякую. Yes, Sandra wants to add. Спасибо. Я хотела добавить к тому, что сказала Юлия Витальевна и Марина, что в медиалитерасе важно именно, чтобы были все вместе и только общие, потому что одно медиа, оно не в силе пробиться в таких концернах, как Facebook, потому что за этим идут большие интересы. А Марина обратила внимание на необходимость обучения взрослого поколения, потому что нас формируют не только медиа, нас формирует школа, нас формируют соседи, нас формируют мнение других людей. И с этой точки зрения нужно обратить внимание, а что формирует нашу молодежь. Это те же учителя, которые... Мы живем в таком регионе, где есть конфликт в домах. Когда ребенок приходит со школы, он может встретиться с учителем, который обучен медиалитерасе, он приходит домой, и его родители этого не понимают и воспринимают действительно совсем по-другому. Как для них то, что он говорит, это западная пропаганда. И они начинают возмущаться. А вы знаете, что для молодого поколения самое сложное, это когда непонимание в семье. И тогда подключаются все остальные. Мы не говорим только, что есть российская пропаганда и так далее. Есть пропаганда больших концернов, которые действуют через инфлюенсеров, так называемых. И здесь я знаю, что ДСН, и не только ДСН, по-моему, в Беларуси у вас есть проект, который работает над инфлюенсерами, потому что это очень важно, если дети сидят, дети, не дети, но молодежь, и вообще все мы зависимы, addicted on smartphones, то нужно обращать внимание, как формируются рекламы, прежде всего, какой есть там контент, да? Как формируются даже те же игры, просто
игры, да, например, World of Tanks очень прозападная игра, но если вы смотрите «Машу и Медведь», то вы найдете очень много постсоветских элементов. Ну и самое такое, что очень удивляет меня, например, что родители покупают на утренники или на какие-то мероприятия детям советскую форму, фуражку и так далее, и потом делают фотографии. Вопрос зачем? Да? Я только хотела это спасибо, добавить. Спасибо, да, thank you. Examples from Azerbaijan, perhaps. Which language? We have critically empty three chairs. Please join us. Yes, извините, еще раз. I want to offer four options, which we can use for media literacy. Four options. The first one is probably to teach people skeptical thinking. I mean, don't believe any information when you see it. Try to analyze it. Let's say in our country, from time to time, I do research method courses. I invite university students, master's students, PhD students, and journalists for this program. It's free. It's 2 months courses. I teach them how to make hypotheses, how to find information, how to prove information, how to make surveys, expert interviews, and so on. Actually, this is maybe a classical course which usually is taught for university students in master or for PhD students. I made it kind of short for 2 months and also invite journalists to take these courses. The second, what we do there, we also established Impulse Research Center. We work on data analysis, and we provide data analysis. I mean, we provide counts and numbers on different social issues. I also try to urge people around me that just simple words is not effective. Always prove your words with the numbers. And we try to provide these numbers. Actually, our center is the first data analysis center and survey center in Azerbaijan. We started at the end of January. In February, government launched its own survey center, but they didn't do any survey within 7 or 8 months. We always did 5 surveys on different social issues. The third option, which we can use, it's good, when we prepare the video blogs, we should make them more interesting by adding their digital content. Then people, it's more effective. I mean, people more believe in digital content when they see it on the screen. I mean, let's say when you present a news, it's better to show the numbers there. It makes it more scientific and more influential. And the fourth option, I think that the role of influencers is very important. And when we, because, it's difficult to have, it's maybe impossible to have a troll influencer. And if he's trolling, I mean, people is going to understand that he's trolling, okay? For someone to be influenced, it has to be objective one, I mean, impartial one. If you have some people in society, and if they they take an active role in public life, in social life, they also, I think, play a very important role in fact-checking and, in skeptical approach for the fake news and so on. I mean, we have to invite them and use them to defeat fake news, let's say, at least. Very useful. I think we know what works, uh-huh. And your summary was good. Now I propose to have the last round before lunch. But my question will be, what doesn't work? So what doesn't work? What do you think didn't work and will not work ever? Perhaps to everyone here. Anyone who wants to start? What I definitely think that doesn't work is related to your first question, why do we convince you as a dictator? Because people choose you, you're not given that role. So I think we need to teach people things. I absolutely loved Lucas' remark about empathy. So I think it's about building empathy and moral support, because if you don't have funds, you have all of this network, right? And when you build moral support, more people are more likely to step out and to actually change
change and bring up the change. So I definitely think it is about empathy. It is about building strong network when you possibly lack funds. And unfortunately, that will be case most of the time, and not only in this field, but that doesn't mean that there are no successful initiatives on a policy level despite the lack of the funds. And one more thing, because I work on a side of non-formal education with young people, I think that digital media is overtaking mainstream media. So I think that because of interconnection of all these skills, empathy, morale, but then teaching digital skills and, you know, fields that can eventually bring up the media literacy, if you can't say, okay, I'm going to teach media literacy now, and that doesn't work. So yeah. Thank you. Yes. Just a quick note that kind of to sum up everything that we heard here, I think that we all said that we need to have a comprehensive approach to the issue of media literacy, but I would say that we should have a comprehensive approach to the issue of literacy in general, because a lot of things that were said here are actually lack of political literacy among people. People don't, a lot of people that I know and also research show that people don't understand when politicians are fooling them. Okay, here are the results. We have these governments and these politicians as we have. So I think that's a consequence of a lack of political literacy. And besides working on media literacy, we should also probably these media organizations that are working in the field of media literacy should be, I guess, working together with whoever is teaching political literacy. Thank you. Меня зовут Алена Романюк, я из Украины, я редакторка информационной кампании «По ту сторону новостей». Я опровергаю фейки, а также в прошлом году в рамках одного эксперимента я запустила фейк. Почему? Что не работает? Не работают сложные объяснения, не работают лекции. Люди не хотят слушать о медиаграмотности, о критическом мышлении, о том, как это важно. Люди хотят простых решений. У меня одна из самых успешных кампаний по медиаграмотности в Украине по одной простой причине. Я говорю на языке людей очень простыми словами, очень простыми, господи, реченями. Предложениями, да. Я объясняю это с юмором и довожу иногда до абсурда. Не опровергаю фейк, а показываю, что это бред, просто доводя до абсурда. Люди, это я никогда не говорю с людьми с какого-то там с высшей позиции. Я говорю на их языке. И, наверное, нам, говоря о медиаграмотности, это мы с вами понимаем, что это важно. Мы понимаем о том, что это политическая безграмотность у людей, экономическая безграмотность. Это влияет на выборы, это влияет на экономику. А простой человек, у которого семья, дети, ежедневные заботы, он этого не понимает, он хочет попроще. Вот нам, наверное, надо быть проще. То есть вот это все, что мы здесь обсуждаем, давайте заворачивать в какую-то очень вкусную обертку и тогда уже подавать учителям, гражданам и так дальше. И еще одна маленькая ремарка. Месяц назад я проводила мастер-класс у нас в центре города для очень разных людей, прохожих. Что интересно, дети где-то возрастом до 15 лет, они практически на 100% могли отличить фейк от правды. А люди, которые вот 18, 20, 30, 40, 50 лет, там все гораздо хуже. Что интересно, дети, у них уже, я не знаю, наверное, есть какой-то там прививка от безграмотности, что ли, или они просто по-другому мыслят, наверное. В то время как те люди, которые принимают решения, которые голосуют на выборах, они, к сожалению, ну, в очень маленьком количестве могут на 100% отличить фейк от правды. Спасибо. Лукаш, the last comment. Okay, I'm standing right between you and lunch, so I have to compress everything into 20 seconds. Okay, I loved the point that you made about political literacy because it's absolutely crucial, and I think that we totally don't see the relationship right now between politics and disinformation and big tech. Like, the problem is that the people who benefit from disinformation are the ones who win elections, they are the ones who do regulation, they are the ones whom Facebook representatives are talking to in the end. So unless we can actually break the cycle of, oh crap, unless we can actually break the cycle of people winning elections through disinformation and then
running governments and being the ones that talk to major social media platforms about it will never figure out any solution to it. So unfortunately, the problem is that with every case of disinformation, the moment there is a successful disinformation campaign, it becomes a case of the inmates running the asylum. It becomes a case of politicians telling Facebook to keep up political ads that contain lies, because otherwise they will regulate Facebook even more. And unless we are aware of this and start pushing for this at a political level, we will never ever succeed at actually beating back the problem. So the one thing that we cannot do right now is we cannot be apolitical. We cannot forget about the political incentives, we cannot forget about the financial incentives. And I had 1 minute and 20 seconds, he said? Perfect. Because without the political and financial incentives and everything, we will never solve this problem with the depth it deserves. And quite frankly, media literacy as a concept will just be a fig leaf for business as usual. Let's just put some money in to make politicians and big tech happy, rather than actually confronting the problem at the financial and political levels where it exists. Mic drop. Thank you. Thank you so much. Please, round of applause for all Fishbowl participants. We have, I think, 13 people on the stage at this part of the conversation. Thanks so much for everyone, for all these brave people who agreed to speak.